рада приветствовать на своем канале всех своих подписчиков и не только. Заказала новый комплект белья Дармео. Это коллекция литовского дизайнера, вот Агне Кузьмицкайте. Мне очень нравится. Вот я купила два комплекта серо-зеленых. Это наволочка 50 на 70 и пододеяльник 140 на 200 на 2 одеяла и 2 простынки. Вот так выглядит дизайнер данного комплекта белья. Также считаю такие комплекты очень хорошо на подарок. Белье очень хорошего качества. Мне нравится, что оно двухстороннее. Это сатин, насколько я понимаю, как-то совместно с хлопком. Оно относительно скользкое, но очень теплое. У меня уже есть другой комплект в горошек. Также мне нравится, что все постельное белье Дармео, которое я покупаю, я ищу комплекты с потайными молниями. Вот так выглядит вот эта потайная молния в Дармео. Мне очень нравится вот такой замочек. Двигается практически ногтем, можно подвинуть. Он очень хорошо углубляется под ткань. И его и не видно, и он не чувствуется. В общем, молния вшита в Дармео очень хорошо. Также этот комплект имеет окантовочку. Как на наволочках, так и на пододеяльнике. Еще раз повторюсь, что мне нравятся комплекты Дармео двухсторонние. То есть сначала можно использовать одну сторону, потом перевернуть на другую. Петелек или завязочек. Если кто-то пользуется бельем Дармео, эти комплекты очень хорошего качества, достаточно плотные. А те, кто не пользуется Дармео, очень рекомендую приобрести. У нас в Риге были большие скидки, 60% одеяло и подушка. И также постельное белье я тоже смогла купить со скидкой 60%. Покупайте, пользуйтесь, бесподобное постельное белье. Приобретайте также в качестве подарка, я уверена, что это будет прекрасным подарком. При моем свете это постельное белье выглядит вот так. Это две стороны наволочки, вот так выглядит встроенная молния вшитая, просто не имеет очень хорошее качество. Белье плотное, но очень мягкое, на ощупь шелковистое. Кто не знает, белье Дармео все простегано, поэтому исключается возможность сбивания наполнителя. Я покупала комплекты Хера. Эти комплекты имеют двойную отделку синего и голубого цвета, такие же подушки. Белье очень тонкое, очень легкое и очень теплое. Пододеяльник также застегивается на потайную молнию. В итоге это получился вот такой комплект постельного белья. Всем, кто пользуется Дармео или планирует покупать белье фирмы Дармео, очень рекомендую покупать двухстороннее постельное белье. Во-первых, это удобно под настроение. Во-вторых, это все-таки возможность исключить не так часто менять постельное белье. Можно его просто перевернуть на другую сторону. Буду рада, если эта информация кому-то пригодится. Белье очень качественное, хорошее, прослужит хорошую и долгую службу. Мое новое постельное белье Дармео мне нравится очень, качество нравится очень. То, что оно сделано аккуратно, не вызывает никаких сомнений. Желаю и вам спать на красивом, мягком и теплом белье. На этом все. До новых видео, до новых встреч. Всем пока-пока.